Я думаю, что простой гражданин не должен переживать по поводу того, что чем-то его ограничат его поездки по разным странам. Я вообще надеюсь, что мы эти границы также, так сказать, когда-нибудь откроем и будем европейцами, не Азия, Европа, а Евразией в первую очередь. И будем как все нормальные люди, как условно какая-нибудь Венгрия или Латвия, ездить в ту страну, в какую мы хотим, а не унижаться в каждом посольстве, и где вы, а почему вы отсюда, а не отсюда едете и так далее. Я считаю, что это важнейшая часть, и так сказать, мы должны все в эту сторону смотреть, вот это важнее.